Мы находимся на крыше офиса продаж Emaar в даунтауне, в самом сердце Дубая. До Бурдж-Халифы здесь буквально рукой подать. И, кстати, в ней еще есть квартиры в продаже, несмотря на то, что она сдалась больше 10 лет назад. И у вас есть возможность купить квартиру в самом высоком здании в мире. Сейчас остались только двух- и трехспальные квартиры. Цены начинаются примерно от 2,2 миллионов долларов. Абсолютно все здесь было построено компанией Emaar. Благоустройство, дороги, здания. Все в мельчайших деталях. Это мастер-план компании Emaar. Включая Бурдж-Халифу, Дубай Молл, фонтаны и так далее. У подножия Бурдж-Халифы находятся знаменитые дубайские фонтаны, шоу которых, наверное, видел практически каждый житель земного шара, и здание Дубайской оперы, известное место для проведения мероприятий, концертов. Пожалуй, все мировые звезды уже выступали или еще выступят в ней. Справа и слева от Дубайской оперы, соответственно, здание Иль Примо и Гранде. Все названия билдингов, окружающих Дубайскую оперу, имеют какое-то отношение к искусству, к театру, к опере. Иль Примо будет самой высокой башней в даунтауне после Бурдж-Халифы. Это огромная 74-этажная башня, которая продается либо половиной этажей, либо целыми этажами. И цены начинаются от 400 миллионов рублей за половину этажа. Башня Гранд, соседняя, находится слева от Иль Примо, в ней также есть в наличии квартиры. Все эти здания, абсолютно включая адрес-оперу, Иль Примо и Гранд, сдаются в 2022 году. Мы находимся внутри офиса продаж Emaar в даунтауне. Даунтаун настолько большой, здесь настолько много билдингов, что намного проще показать все это на макете. Итак, мы находимся примерно вот здесь, где Бурдж-Плаза. Даунтаун выстроен вокруг Бурдж-Халифы. То есть, разумеется, основным центром притяжения здесь является башня. Вот эти здания фронтальные. Это адрес Residences Fountain Views. Квартиры с потрясающим видом на Бурдж-Халифу и на фонтаны. Вот это старая часть стиле Old Town выполнена. Здесь у нас Сук Аль-Бахар. Это достаточно известное тусовочное место. Здесь проводятся различные фуд-фестивали, здесь очень много ресторанов, кафе, магазинов. Чуть-чуть левее отель Palace Downtown, это отельный бренд Emaar. Тоже отель, выполненный в таком староарабском стиле, в стиле Old Town, пятизвездочный отель с роскошными видами, опять же, на фонтаны и на Бурдж-Халифу. Вот эта часть — это Opera District. Вся эта локация посвящена и подчинена искусству. Разумеется, центр здесь — это здание Дубайской оперы. Вот в таком очень крутом архитектурном исполнении. И, конечно, кроме самой Дубайской оперы, здесь представлено достаточно большое количество арт-выставок, галереи, музеи. Словом, все для искусства. Если вы хотите встретить Новый год с самыми крутыми видами в 2023 году, это точно ваш выбор. Разумеется, все, как всегда, сдается полностью с отделкой под ключ. А в Иль Примо, кроме шикарной, очень качественной отделки, видовых характеристик, инфинити-бассейна, спортзала, оборудованного по последнему слову техники, будет также интересная особенность. В каждой квартире будут установлены динамики. Они синхронизируются с музыкой в дубайских фонтанах. То есть вы можете наблюдать за шоу фонтанов, стоя в своей квартире, и наслаждаться музыкой, которая играет прямо внутри. И да, вы можете купить квартиру в самой Бурдж-Халифе. Цены начинаются на сегодняшний день, опять же, от 2 миллионов долларов за двухбедрумную, двухспальную квартиру. Несмотря на то, что дому уже 10 лет, в нем по-прежнему есть очень интересные предложения. И также две башни по правую сторону от Иль Примо, очень похожие. Это адрес Residences Opera. Адрес — это отельный бренд Emaar, пятизвездочная сеть отелей с роскошной отделкой, с самыми качественными материалами. И здесь также будут, разумеется, прекрасные виды в сторону Бурдж-Халифы и в обратную сторону, в сторону даунтауна. Самые доступные на сегодняшний день здания вот в этой части, в даунтауне, это Act 1, Act 2. Здесь цены начинаются от 1,5 миллионов дирхам, это 30 миллионов рублей или примерно 370-380 тысяч долларов за односпальную квартиру площадью примерно 70-72 квадратных метра. Что важно понимать? В чем сила и основное преимущество даунтауна? Даунтаун — это центр всего. На сегодняшний день это самая живая, самая популярная, самая востребованная часть. Здесь всегда очень высокая аренда, он всегда пользуется спросом. Это центр и бизнеса, и развлечений, и тусовок, и культурный центр. Здесь есть практически все. Я думаю, что информации о билдингах достаточно. Давайте поговорим о даунтауне как о районе в целом. Это сердце Дубая. Это центр притяжения как для туристов, так и для резидентов. Есть определенная прослойка жителей Дубая, которые просто не видят себя в каком-то другом районе. Они его знают, любят и не хотят никуда переезжать.
В чем же основная притягательность? Вы можете начать утро с того, что спуститесь на лифте, прогуляетесь по прогулочным зонам, зайдете в Бурдж-парк, потом небольшой шопинг в Дубай-молле, потом можете позавтракать в каком-то из ресторанов с террасой, затем подняться в Бурдж-Халифу и посмотреть виды, посетить какой-нибудь фуд-фестиваль, вечером сходить на концерт Дубай-оперу, а потом поплавать в инфинити-бассейне на каком-нибудь высоком этаже в своем крутом здании. Знаете, в Сингапуре есть такой знаменитый отель Marina Bay Sands, установленный на трех башнях, перемычка высотой 207 метров. Так вот, в даунтауне есть адрес Skyview, очень похожая по архитектуре строения, на двух башнях установлена перемычка высотой в 260 метров. Дубай как такое некое лоскутное одеяло. Здесь очень много элементов, собранных со всего мира. Здесь вы найдете и некий аналог Биг Бен, и башен Тайпэй, отсылки ко многим другим архитектурным и прочим явлениям. И если Дубай — это своего рода квинтэссенция всего мира, выжимка всех достижений человечества, то даунтаун — это квинтэссенция самого Дубая. Сейчас на примере одного из увеличенных макетов я расскажу вам, как в принципе устроены башни в даунтауне, да и в целом, как Эмар подходит к планированию своих башен. Это башня Эль Примо. Под всей башней проходит подземная парковка для автомобилей. В Дубае всегда к абсолютно любой квартире, даже к самой маленькой студии, идет машиноместо, оно уже включено в стоимость. Большим квартирам, как правило, идет несколько машиномест, также уже включенных в стоимость. В каждой башне минимальный набор – это бассейн. Он может быть обычным или в форме инфинити пула, спортзал. Очень часто бывают конференц-комнаты. В самой Эль Примо будет даже сигарная комната, будет комната для переговоров, будет 3D-гольф так называемый, будет приватный домашний кинотеатр, который вы можете забронировать и посмотреть там фильм. Конечно же, от каждой абсолютно башни прямой доступ по прогулочным зонам в Дубай-моллу, к опере, к ресторанам, кафе, расположенным на первых уровнях зданий в даунтауне. Практически все квартиры видовые, а дорога до фонтанов, парка или Дубай-молла займет у вас не более 5 минут из любой башни. Узнать информацию о всех башнях вы можете по ссылке в описании, а оставив заявку, вы получите эксклюзивный закрытый пул предложений от компании Mar, который невозможно найти в общем доступе.